Вот закрыл литок, пришел. Литок теперь включил, маленько подсвечивает. И показать, что у меня тут семечки. Бочка пустая. Большой ларь пшеницы. Вот он. Ну, большие бочки стоят еще нагружены. Все это Игорю Барабашу. Поклон. Вторая бочка. Здесь мешки. И там подвешенные мешки. Не видать, не видать совсем. Надо пройти. Вот эти у меня тюрьки тут стоят. Вот они мешки как. Это спасаю от мышей, крыс. Вот так. У меня вверху семечки. Мешки привязаны. Тут один мешок остался. И там полмешка. Вот тут бочка полная на ней. Я показываю все, как заботиться. Это много надо. Вот я поехал, тут тонны полторы зерна там оставил. Там где-то 45, а здесь 27 примерно. Сейчас открываю. Замок у меня тут. Вот так. Вот они у меня сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Там черныши сидят. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Ну, значит, 25. Больше-то нету. Где-то еще двух не вижу. Ну, пшеница, два тазика и два ведра. Вот надо смотреть, какая с какой рядом сидит на зиму. С 1 января с Володей поговорили. Вот я возьму их. Вот дубоносик называется. Видишь, какой нос у ней сплошняком. А этот вот какой заметно. Это самочка. От нее уже потомки пошли. Они у меня... с хохолками бы были щененчики, но слабенькие голуби-то замерзают. Поэтому я привез белых дикарей. И они с ними вывелся сорт, теперь не боятся. 40 с лишним градусов мороза ждут. Вот она полукровка, носик какой, дубонося рядом. Еще раз пересчитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот черныши 10, 11, дальше 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 2, 23, 24, 25. Все. Вот так. И они теперь выдерживают 40 с лишним градусов мороза. Смотреть, как кувыркаются, у меня были очень породистые. Но залез в колонок по Теряевке, 6 пород было разных. Всех до одного вырезал. Ну, сразу мы сделали высокое, 9,60 до крыши только. Отдельно сюрреалистичное такое сооружение, голубятня номер один. И вот они перестали, в железную плиту упираются, все, доползут, не... Ни хорьки, ни колонки уже залезть не могли, ни крысы. А мыши все равно как-то показали, оказались там, как по воздуху прошли. Может, легонькие. И вот здесь вот заедали крысы. Нам пришлось вот эта жесть прибита. Вот жесть, чтобы это все сделать. Все, стены из жести, вот это все жесть. Вот сколько жести надо было истратить. Ну вот так, здесь вот, чтобы она пойдет отсюда, дошла, тут дальше не пройти. Вот она испугался. И голубей пришлось мне всех забрать. Их было, наверное, около 40. Потеряя их, увез. На ту голубятню номер один всех спрятал. И здесь тогда ремонт начался. Это не в раз было сделано. И все. Тут опять картоном застелил. Два ведра. Это ведро стоит. И два тазика. Им хватает тут пшеницы. Отдельно песочница, два ведра песка, соли. Ну, вполне глины достаю. И с тех пор здесь крыс нету, все. Крыс нету. Одна же
увидел какой-то след и поставил капкан. И вовремя поставил, и чтобы его не попали голуби, коробкой накрыл. Утром прихожу, вся коробка разбита, хорек в эту же ночь залез. Залез и сразу попал тут, капкана 4 ставили рядом, то он во все залез, ему никак нельзя было. И Господь спас. Вот он. Вот так. Так. Ага. Так. Палку. Все, прив. Здесь лампочка есть, когда надо, включается. Так, это все у меня. Вот они, два ведра песка. Вот они, два песка. И отдельно большое ведро, большое. Вот такие ведра. Их видно, какие они длинные. Это для помета, там все собрать у них, вынести. А воробьи тут все равно попадают что-то. Воробьи уже дальше доедают. У меня тут много их. Это дополнительно у меня сено, солома на гнезда. Ну, надо ли это возиться? Конечно, не надо, это пустое все. Голуби, они ни к чему не пригодны из них. Я не продавал, не покупал никогда. Кто-то дарил. Но для души, вот как цветы, палисадники растут. Вот так. Написал, открой литок. Вот верь, литок у меня закрытый. Надо открыть сейчас. Сейчас пойду вытаскивать его. Вот этот вот, туда задвинутый. Вот я залезу сюда. Рукой держаться надо. О, все открыто. Вот теперь открыто. Вот он, литок. Не забыть его открыть. Я палочкой подпираю, когда залажу. Я вожусь с ними уже больше 60 лет. С 5 лет. У кого? 70, 75 почти. Вот так. Здесь обито так, вот эта часть на чердаке, но отдельно. Все, пока. Вот на улице снежок идет. Сейчас я выключу тут свет. Вот как видно, снег идет. Все это я с высоты. Восьмой час еще идет, только крышу видать соседняя там. И сейчас я выключу. А там он видно, что свет, что-то это в сарае уголь топит, в храме Володя там ходит отсюда. Я не могу выйти, тут снег идет. Володя там. Все на этом.